точки знания. Давай, раз, два, блять. Нормально. Так, теперь штатив. Блять, такие виды красивые. Ой, мне кажется, говно по... Бахили въебало. Что-то такое было. Мягкое, овальное. Да не, вот правильно. Кстати, тут уже меньше влажности. Намного. Это лук. Это лук. Вон, сверху. Лол. Во. Кто-то, блять, люк сбрасывал пленку. Это 12-миллиметровый, ой, круто, 12. Я не помню, как она называется. Росток зелененький. Ну, норм, чё. Давай, что пока своим воздухом подышим. Ну, ладно, го дальше. Мне кажется, или тут кто-то мусор сбрасывает? Ты чё? Не, ты чё, вообще нет. Нет? Просто это. Обман зрения, мы сероводородом дышать. Окай. О, трубы. Кстати, смотри, тут видишь, плоская херня сверху. Блин, а их тут много. И, по-моему, говнецом куриным попахивает. Не знаю, почему куриным, но именно куриным. Блин, круто. Для сравнения нужно кормить. А, положу туда палец. Ага, иди нахуй. Ну, посмотрите мне. Как-нибудь сбоку. Блять, сука. Я его боюсь. Лол. Реально лол. Салатик. Круто, там что-то вроде. Чесночок. Морковка. По-моему, этот салатик уже кушали. Ну, в общем, пришлось поменять фонарь. В общем, говорю, пришлось поменять фонарь. Ибо тот вообще в жопу. А это не светит ни хера. Ну хотя бы так. Сука, блядь, где портал? Блядь, там мрачный тут. Вообще, в принципе, можно пролезть. Ты так можешь. Тарелка, кусок, ложка. Тут, видимо, где-то столовая была.
Вода невкусная. Итак, здравствуйте, дорогие дети. Сегодня мы в реке Кошавка. Привет! Ну, и первая наша рубрика «Поможем Владику». Что? Сегодня мы поможем Владику найти портал. Ура! Давайте же, вы видите портал? Вы видите портал? Да нет, ну там нет никакого портала. Как же нет? А песенку про порталы нам не споет жирафик Рафик. Рубичник. Рубичника. Погоди. У меня с моим светом, блядь, лучше видно. Рубичника не... Бля... Не баля... А бан... те... По... У пальто. Ля... А ляг. Это сила мужика. Что-то там тараканник, тараканника, го, ох, не хуй. Смотри, арбуз — это сила, мужики. Ставьте трубочни на развод. Что? Ставьте трубочник на развод? А, там еще что-то написано. Каки, кибаба, блядь. Ну, ёб***, контуристы. Здравствуй, Юра. Привет, Юра. Смотри. И тебе привет от каких-то у**ов. Живи век, учись мыть трубочник. Да. Давайте поможем Владику понять, что за хуйня тут написано. Пошли. Не кажется ли? Глюки или тут что-то было? Мне кажется, разводы. Блин, Сэп, свети в утку. Включи дальний свет. КЗ там видно, не видно? Не видно, но там, блядь, утка! Там их две, там их дохуя. Портал. Гондон. Портал. Гондон. Гондон. Портал. Утки. Габус. Габус, что, блять? Ладно, не важно. Нет, там был именно арбуз. Помогите Владику найти портал. Где портал? Вы видите портал? Да, вы нашли портал! Ура! Ура, портал! Мы справились! Саня, смотри, это гондон плывет! А по весне все тает, и вода стекает в темную колодезную пасть. Мутные потоки попадают в стоки, чтоб перемешаться и пропасть.
Что это? Ха! Что орешь? Что это, блядь, и что оно тут делает? Стекло, блядь. Оно, смотри, какое толстое. Оно откуда? Оргстекло. Тем более, откуда, блядь, оно? Эх, свобода, как ты близко и в то же время, как ты далеко. Рельса? Нет. Да нет, это именно рельса, самая обыкновенная. Ай! Блядь. Влад! Че? Че? Тебе! Подкинь! Свежий воздух. Хорош гундеть. Сука. Тяжеленький, да? Аккуратно руку. Да-да-да. Не знаю, не да все, похуй, нормально. Фу. Вот как упарываются люди. Вот как упарываются люди. Все, я всплываю. Граждане, напишите свои действия. Я плыл. Куда вы плыли? Я очищался. От чего? От грязи. От грехов. От грязи.